в процессе сборки КАМАЗ-65-22. Машина 16 года. Будущий 16 или 18-кубовый самосвал. По желанию клиента. Кабина у нас уже готова. Кабина будет на пневмо, без спальника. Панель евро. Бак установили на 350 литров. Движок у нас ЯМЗ 7511 на 400 лошадей. Мотор из новых запчастей. Головка новая, топливная новая. Коробка у нас ЗФ-16. Вал и блок у нас здесь стандарт. Мосты будут у нас КАМАЗовские. Раздатка КАМАЗ-65-22. Редуктора на 35 зубьев. Резину поставим без камерку или по желанию клиента. Можем данную машину сделать на одной скатке, можем на двух скатке. Звоните, пишите, бронируйте.